Система вентиляции и кондиционирования сегодня установлена в каждом автобусе межмуниципального автотранспортного предприятия номер 6 в Одинцове. В летний период без нее никуда. Система до такой степени умная, что она регулирует сама температуру. То бишь удерживает, не регулирует, удерживает. Но водитель при обращении пассажиров, что кому-то холодно, кому-то жарко, он может установить. В среднем нормальную температуру в салоне, ну, все в зависимости от наполняемости салона, в среднем это 19-20 градусов. Минимальная температура кондиционера плюс 18 градусов, максимальная плюс 25. Это соответствует стандартным параметрам температурного режима в общественном транспорте. Кондиционер, она срабатывает, когда больше 20 градусов на улице. Вот могу показать. Настраиваем здесь, выставляем. И она, и в принципе, и работает вот так, таким образом. Сегодня в общественном транспорте пассажирам комфортно. Часто сейчас стали вот такие маршрутки ходить. Они в кондиционер там работают. Ну, бывает, что не включают, бывает, что включают. В зависимости, наверное, от погодных изменений. Ну, вам комфортно? Да, мне комфортно, нравится. Современные автобусы соответствуют всем нормативам. Например, новый ИЛИАЗ-5292-65 оснастили ремнями безопасности для пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями есть пандус, место в середине салона и поручни. Данные автобусы еще имеют очень-очень такой специфический режим. Пассажиры, конечно же, этого не видят, но по факту он имеется. Это поднятие и выравнивание кузова. То бишь, если меньше бордюр, чем кузов, то водитель может опустить кузов, даже с наклоном, на правую сторону. И в обратной последовательности он также может опустить и поднять его. Кроме того, все автобусы оснащены видеокамерами, наружными и салонными. Видео сохраняется на жестком диске, и по запросу его можно просмотреть. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».